результата, который нужен. А энергетические сеансы очень хорошо справляются со всеми сложностями. Я так смотрю, что где-то наши организаторы... А, все, надежда появилась. Интернет шалит, выбивает организаторов. Сейчас Надежда скинет ссылочки. Так, вот я вам сейчас буду рассказывать про три сеанса. Вы один... Называется «Сказала, интернет шалит». Так, интернет работает четко. Все меня видят и слышат замечательно. Этот сеанс очистит вас от негативной энергии, полученной во время посещения публичных мероприятий, таких как выставки, магазины, какие-то собрания, то есть те места, где большое скопление людей. Также этот сеанс очень хорошо подходит для тех, кто любит ходить по разным вебинарам, получать всевозможные сеансы и смешивать разные энергии. Этот сеанс снимет передозировку негативных энергий, очистит вас от ненужных программ, воздействий и блокировок. Я думаю, что вы замечали за собой такие вещи, что вы, например, там, я не знаю, походили по магазинам за покупками или еще в каком-нибудь месте, где много людей присутствует, побывали, возвращаетесь домой и чувствуете, что у вас просто нет сил и энергии, слабость ужасная. Голова болит, даже низ живота болит, очень некомфортно. Вот это как раз-таки говорит о том, что вы подхватили негативную энергию. Такие же симптомы могут быть, если вы приняли сеанс на каком-нибудь выступлении. Сейчас очень много людей, которые работают энергией. У всех энергии разные. И может случиться такое, что эти энергии вам не подходят. А раз они вам не подходят, то они вызывают вот этот дискомфорт в вашем теле. Вот как раз-таки этот сеанс снимет у вас весь этот негатив, все эти боли и восстановит ваше внутреннее гармоничное состояние. Этот сеанс очень хорошо снимает головную боль, уже не раз проверяли наши курсанты. Следующий сеанс – это энергетическая помощь при слабости. Если вы себя плохо чувствуете, у вас не хватает силы и энергии, то данный сеанс восстановит силы при слабости, разбитости, вернет хорошее самочувствие, а также укрепит и защитит вас от дальнейших энерговампирических подключений к вашему полю. Про этот сеанс больше ничего рассказывать не буду. Описание все великолепно рассказывает об этом сеансе. Я сейчас расскажу, потом еще на ваши вопросы отвечу, хорошо? Третий сеанс – это оздоровление и исцеление организма ваших питомцев. Этот сеанс восстанавливает систему органов животного, костную систему и опорно-двигательный аппарат, мышечную систему, кожный покров, пищеварительную систему, дыхательную, мочевыделительную, половую систему, сердечно-сосудистую, кровотворную, иммунную систему, нервные системы и анализаторы. Восстанавливается координация и регуляция процессов в организме вашего питомца. Работа всех органов приходит в норму, все тело вашего животного наполняется силой, энергией и здоровьем. Я уже получила очень много благодарных отзывов за данный сеанс. После этого сеанса у животных восстанавливаются силы. Пожилые животные начинают играть как молодые. У них восстанавливается аппетит, проходит рвота. То есть животные начинают себя чувствовать очень комфортно. И я советую всем любителям животных, у кого есть дома братья меньшие, займите себе этот сеанс в вашей аптечке. И своевременно включайте его вашему питомцу, чтобы не доводить до тяжелых последствий. Ведь всегда лучше профилактика, чем потом лечение. А лечение – это дорогое удовольствие. И походы в поликлинику, к ветврачам для животного – это стресс и очень сильный. Поэтому не травмируйте своих питомцев, а своевременно оказывайте им помощь. Любите их так же, как они любят вас. А любят они нас безотказно, безответно. Какие бы мы с вами ни были, они всегда нам рады.
И всегда, и никогда они не предают, они нас любят, любят безответно. Также у меня для вас есть спецпредложение. Если вы заказываете сразу 3 сеанса, то вы их можете приобрести за 1500 рублей. И один из этих 3 сеансов вы можете выбрать как подарок курсу. Так. Сейчас посмотрю, какие вопросы. Потому что смотрю, вопросов было много. Так. Так, Лина пишет, сейчас время простуды и гриппа. Раньше я очень быстро подхватывала вирус и уходила на больничный. Сейчас же я каждый день прослушиваю в записи сеанс по укреплению иммунной системы. Чувствую себя прекрасно. Вот и все. У нас, ну, у ребят на курсе вместо таблеток энергетические сеансы. Мы их слушаем и быстро поправляемся. Даже те, кто у нас заболевают, прослушивают, есть специально сеансы, последовательность, которую нужно прослушать, и организм тогда восстанавливается уже намного быстрее, и без тех осложнений, которые могут быть. Любовка пишет, наша Леночка творит чудеса, поэтому не раздумывайте, вы такую цену мало у кого в интернете найдете. Так, Михаил Потапов спрашивает, скажите, застарелый шейный остеохондроз и простатит за первую ступень уйдут? Михаил, по поводу уйдут, не могу вам сказать, но то, что у вас процессы восстановления начнутся, это 100%. С хондрозом, я думаю, что проблемка решится. Просто понимаете, за 10 сеансов невозможно проработать полностью весь наш организм. У нас с вами 12 систем в организме. А у нас всего 10 сеансов. Я и то делаю 2 подарочных сеанса курса, чтобы вы получили как можно лучшие результаты. Но все равно для более глубокой проработки, для лучших процессов, нужно будет второй курс. Поэтому, на второй курс я цену делаю ниже. То есть я делаю скидки, она уже не 3,5 обходится, второй курс, курса намного дешевле. И как вы думаете, Михаил, что если бы у людей не было результатов, шли бы они на продолжение курса? А раз люди идут на продолжение курса, они видят результаты, и их результаты очень устраивают. Это классно. Если вам кто-то скажет, что вы исцелитесь за 2 сеанса, за 3 сеанса, не верьте таким людям. Так. Анна, не было практики. Так, Маргарита Магнели пишет. Леночка помогла также моему мужу справиться с гриппом. Слушали вместе, а я не заразилась. Ну, видите, чудесно. Просто здорово. Сеансы очень укрепляют. Так, Ольга Шакун. А как определить, подходят ли мне ваши сеансы? Ольга, сегодня будет сеанс, вы сможете ощутить. Комфортно вам будет, некомфортно, но, по крайней мере, я знаю и уже не раз проверяли, что от энергии Творца-Создателя плохо не бывает никому. Они подходят всем, потому что это наша с вами энергия. Так. Тина пишет, благодаря Елене моя персидская кошка прожила до 26 лет. 3 раза в день я ставила сеансы Елены, и она оживала. Долгожитель по ее породе, и она в книге Гиннесса. Вот так. И это вот так. А персы живут 10-12 лет. И на тот момент у нее было 3 инсульта у этой кошечки. Она не ходила, не видела и не слышала. После сеансов она ожила и прожила еще довольно долго. Хотя врачи подписали ей уже смертный приговор. Лилия Макеева пишет. Дорогая Елена, добрый вечер. Только вошла и рада вам. Лилия, я рада. И сразу остановку. Так. Надежда пишет. Пользуйтесь 3 в 1. Так. Надежда Чумихина, за такую работу таких цен нет, а результаты хорошие. Я еще буду брать 2-й курс. Надежда, нам еще с вами нужно 1-й начать проходить. Надежда в 3-й группе ждет. Видите, как классно, люди в 3-й группе, у них еще курс не начался, а они уже говорят, что они пойдут дальше. О чем это говорит? Это говорит о том, что у них до начала курса уже есть результаты, они им довольны.
Это самое главное. Так, Светлана, скажите, а диабет второй степени излечим? Есть люди с диабетом и в первой, и во второй группе. Процессы восстановления идут. Вообще диабет – это очень серьезная болезнь, она большое нарушение приносит нашему организму. Но все восстанавливается, просто всему свое время. Вам уже вот Тина посчитала, сколько стоит 13 сеансов. Так. Людмила Полюшкина пишет: «Я с первого сеанса поняла, что спасет меня Еленочка». Благодарю вас, Людмила. Так, Светлана, а если нет животных, на себе можно пробовать? Вы имеете в виду сеанс для животных на себе? А зачем? У нас в курсе есть сеанс на восстановление 12 систем организма. Поэтому... Так, все, вопросов нет, отлично. Я рада, что на все вопросы ответила. Тогда идем дальше. И сейчас мы с вами перейдем к самому интересному, что ждут основная масса, все мои курсанты ждут, и те, кто у нас сегодня новенькие, чтобы почувствовать энергии Творца-Создателя, ощутить их действия, их силу, это к нашей практике, энергетическому массажу, который я вам сегодня проведу. И тогда я думаю, что уже ни у кого не будет сомнений, подходят эти энергии, не подходят, как они работают, что они делают, вы это сможете почувствовать. Но единственное, что когда мы работаем в группе, энергии у нас намного сильнее и намного действеннее. Потому что когда мы проводим групповые сеансы, то я настраиваюсь на каждого присутствующего на моем курсе и провожу энергии для каждого в отдельности. А когда я выступаю на вебинарах, то я просто настраиваюсь на общее количество людей. И поэтому здесь немножечко уже работа идет другая. Но энергии ощутимы. Так, конечно, будем омолаживаться. У нас перед Новым годом все курсанты мои получили подарок. Я им провела 5 сеансов по омоложению лица, шеи, волос, рук, тела. Они очень довольны, результаты хорошие. Кожа стала у кого-то более гладкая, ровная, морщинки стали менее заметными, глубокие, мелкие вообще у многих разгладились. Поэтому классно. Так. Теперь я вам расскажу, что нужно будет сделать, да, перед сеансом. Перед сеансом нужно будет обязательно сходить в туалет. Вы зажигаете свечу. Свеча может быть любая. Она будет сжигать весь негатив, который будет выходить во время сеанса и не даст ему распространяться в вашем помещении. Вы ставите бутылку с простой очищенной негазированной водой, без наклейки. Свеча и бутылка ставятся с разных сторон компьютера. На бутылке несмывающимся фломастером вы пишете по кругу «Я молода, здорова и красива». Или «Я молод, здоров и красив». Установка на слайде. Если кто забудет, вы сможете всегда ее посмотреть. И во время сеанса вода будет закодирована на данную программу. Если вдруг по какой-то причине нет свечи, зажигайте виртуальную свечу. Точно так же, если вдруг нет фломастера, то вы мысленно пишете этот текст на бутылке. Я вам дам буквально 3 минутки, и вы сможете... за это время подготовиться к сеансу, и я также в это время буду готовиться к сеансу вместе с вами. Так. На курсе количество людей не ограничено, мы работаем в группе, поэтому все зависит от вашего желания. Работаю индивидуально с каждым. Интернет позволяет очень многие вещи, которые не были возможны много лет тому назад. А сейчас есть возможность помочь большому количеству людей. И это здорово. Так, Людмила Полюшкина пишет: «Даже послушать вас для меня большая радость, Еленочка. Хотя еще тяжеловато». Конечно, Людмила, тяжеловато, но постепенно все восстановится. Так, Тина пишет: «Эта экономия не пройдет. Энергия идет через ваши руки к
питомцу, или же сеанс ставить в записи рядом с животным. Я тоже так думала. Сеанс для животных записан, там именно идут энергии, которые восстанавливают животных. У меня есть посвящение именно в те энергии, которые восстанавливают наших питомцев. И поэтому этот сеанс написан, записан именно с теми энергиями. А для человека энергии немножечко другие. Так. Бутылочка любой емкости. Так, теперь я вам сейчас расскажу, как правильно принимать сеанс. Сеанс принимается лежа, подушка невысокая. Спина и позвоночник должны быть ровными, чтобы энергии правильно двигались в вашем теле и им ничего не мешало. Руки лежат вдоль туловища, ноги не перекрещивать. Во время сеанса нельзя отвлекаться, тело должно быть максимально расслаблено. Если вдруг во время сеанса кого-нибудь выбросит из комнаты или прервется связь, не расстраивайтесь, а продолжайте принимать сеанс. Энергетический контакт со всеми людьми, кто находится в этой комнате, у меня будет установлен. Как только вы почувствуете, что сеанс закончен, возвращайтесь к нам назад в комнату. Мы проводили такой эксперимент с одной из моих клиенток. Я проводила энергии и про себя говорила, где энергиям работать в ее теле. Она мне вслух описывала свои ощущения. И у нас с ней все совпало. Это говорит о том, что даже если во время сеанса вы меня не слышите или что-то со связью, то меня слышит ваше подсознание, и оно направит энергии туда, куда необходимо в вашем теле, и сделает ту работу, которую необходимо. Поэтому ваша задача во время сеанса максимально расслабиться, довериться мне, как проводнику энергии Творца-Создателя, и довериться Творцу-Создателю, и получить максимальное удовольствие и пользу от сеанса. Теперь, во время сеанса мы отключим чат, чтобы заблокировать доступ негативных программ и установок. Я даю энергии только вживую, то есть не подключая никаких записей и сопровождений. Все энергии идут через меня в чистом виде, а это самый лучший и действенный способ помочь вам. После сеанса не нужно резко вставать и сразу писать свои комментарии в чат. А нужно подождать, пока энергии закончат свою работу. А пока вы будете лежать, я вам расскажу про то, что нужно будет делать с той водой, которую мы с вами зарядим во время сеанса. Да, на бутылочке мы пишем «Я молода». Можно написать «Я молода, стройна и красива». Можно. Чуть-чуть подкорректировать установку. Главное, поставьте в конце восклицательный знак, потому что все установки даются в утвердительной форме. Тина пишет. Бесстрашно уходим в транс и получаем благо. Сидя сеансы, не рекомендуется принимать по той простой причине, что вы не сможете расслабиться и в полном объеме ощутить действие энергии. Потому что когда вы сидите, вес тела неравномерно распределен, у вас голова в напряжении, идет давление веса, перегиб идет тело, понимаете? То есть нету полного расслабления. Когда вы лежите ровненько, все энергии просто спокойно и свободно двигаются и делают ту работу, которая необходима. Поэтому сеансы лежа. Если нет возможности лечь, но я думаю, ну неужели у вас в комнате нету места, чтобы постелить коврик и лежа принять сеанс и расслабиться? Я думаю, вы за те 3 минутки, когда у нас будет перерыв, подготовите себе место для принятия сеанса. Так, еще расскажите, куда свечку, куда воду. С разных сторон компьютера, с одной стороны вода, с другой стороны свеча. Если все понятно, поставьте мне, пожалуйста, в чат 5. Конечно, можно одеяло на пол. Все правильно. Так, отлично. 5 пошли. Вы у меня все умнички, все поняли, что делать. Значит, смотрите, мы сейчас с вами делаем перерыв на 3 минутки. Вы во время перерыва идете в туалет, зажигаете свечу и на бутылке с водой пишете «Я молода, здорова и красива» или «Я молод, здоров и красив».
У нас сейчас с вами 20 часов 44 минуты. В 20 часов 47 минут мы с вами встречаемся и начинаем наш сеанс. Все, я отключаюсь и вместе с вами также готовлюсь к сеансу. 45 минут, 48 встречаемся, хорошо? Все, идем готовиться к сеансу. Галина, давайте мы сначала примем сеанс, а потом уже разберемся с вашим давлением, хорошо? Девчонки уже молодцы,
попутно помогает, рассказывает, объясняет, что как лучше сделать. Благодарю вас, девочки, за помощь. Анири, без разницы, открыта бутылка, закрыта. Для энергии нет преград и нет ничего невозможного. Они преодолевают реки, океаны, моря, горы и скалы. Поэтому закрыта бутылочка, открыта бутылочка, не имеет значения, вода зарядится все равно. Так, если вы готовы к сеансу, поставьте, пожалуйста, в чат восьмерочки. И мы с вами начнем сеанс. Вот Людмила пишет, слушает подарочные сеансы, и у нее давление приходит в норму. Она гипертоник с большим стажем. Вот так. Так что все классно, все работает великолепно. Проявляемся все, кто присутствует в комнате. Активируемся, чтобы я на всех на вас настроилась. Все отлично. Восьмерочек много, я рада, это здорово. Давайте, кто еще не успел, ставим восьмерочки. Все шикарно. Молодцы. Все, я думаю, что все уже... Пишите на бутылке еще? Пишите быстрее, Гала. Так, ну все, я думаю, что восьмерочки все поставили. Все молодцы. Вообще сегодня аудитория очень хорошая. Все умнички. Все, тогда я прошу Надежду заблокировать чат, и мы с вами начнем сеанс. Подушка невысокая, потому что без подушки иногда неудобно лежать. Маленькую подушечку можно. Так, все, благодарю, Надежда. Все, тогда ложимся, закрываем глаза, делаем медленный вдох через нос, задерживаем дыхание. И медленный выдох через рот. Продолжаем дышать и расслабляться. И сейчас ощутите границы своего тела. Просто ощутите себя на уровне, вот вы есть до кожи. И все, что дальше, это некая пустота, которая вас больше не интересует. Сконцентрируйтесь на своем внутреннем мире. И сейчас ощутите, как энергия внутри вас до кожи начинает перераспределяться. То есть идет процесс перераспределения энергии. Если нужно, в голове,
или наоборот к рукам. Позвольте энергии перераспределиться. Идет процесс распределения энергии по коже, под кожей, внутри вас. Тем самым те блоки и зажимы, которые у вас были или сейчас имеются, а также микроблоки, могут просто уйти. Уйти только из-за того, что просто перераспределится энергия. Просто позвольте этому процессу пойти. А сейчас идет процесс в воротниковой зоне. В шейной воротниковой зоне. Перераспределяется энергия в голове, внутри головы, распределяется энергия в правой руке, левой руке. Во всем туловище. Просто позволяйте этим процессам происходить. Шея, спина, живот, грудь. Пусть везде перераспределится энергия самым совершенным образом. Нижняя часть туловища. Правая нога, левая нога, а сейчас я сделаю так, чтобы этот процесс усилился, активизировался. Просто позволяйте сейчас процессу ускориться. Почувствуйте его бурление. Бурление энергии вокруг вас. Бурление в голове, шее, пусть бурление происходит. Энергия усиливается.
энергия, просто прилив энергии идет к вам. Распределяется по вашему телу. Внутри вас голове, шее, плечах течет по позвоночнику. Рука, пальцах рук, везде, на уровне сердца, груди, на уровне живота, передней части и задней части туловища. Усиливается поток. Увеличивается энергетика. Энергия бурлит. И ее становится все больше и больше. Нижняя часть, низ живота, ноги, и все начинает бурлить энергией изнутри. Плоть до стоп. И начинает также наполняться еще больше энергией и бурлить. Все это происходит в границе нашего тела, в границе кожи, и все, что дальше, нас пока не интересует. Там пустота. А сейчас эта энергия, которая бурлит внутри нас, совершит массаж нашего тела. Внутренний массаж нашего тела. Начинает массажироваться лицо. Лоб, под глазами, щеки, нос,
Ощутите, как массаж начинает происходить изнутри. И для кого-то это могут быть совершенно новые ощущения, так как это омолаживающий массаж, который разглаживает морщины, если таковые имеются, улучшает качество клеток, всех органов. Ощутите, как изнутри лица эти энергии начинают массажировать вас. Все ваше существо. Массажируется изнутри голова. Происходит энергетический массаж, направленный на омоложение, на проявление молодости. Вся голова массажируется этими энергиями изнутри. Затылочная часть, височная, теменная, массажируются ваши уши, даже ваши губы массажируются этой энергией изнутри. Изнутри массажируется ваша шея, позволяйте этому происходить. Пусть это происходит самым благоприятным образом в тех местах, где мы работаем. Пусть это происходит максимально благоприятно для каждого из нас, для всех людей и для Вселенной в целом. Происходит массаж этими энергиями всей вашей шеи, всей воротниковой части и даже те места, которые вы ранее не чувствовали, вы сейчас начинаете чувствовать, ощущать по-новому. Восприимчивость их возрастает, и вы ощущаете этот массаж изнутри. Возможно, для кого-то это действительно станет чудом, потому что этот массаж произойдет.
Казалось бы, невероятная работа уберет мимические морщинки, разгладит кожу, сделает кожу лучше, более гладкой, приведет в порядок внутренние органы. Просто позвольте этим энергиям бурлить внутри вас и делать массаж изнутри. Переходим к спине. Ощутите, как изнутри массажируется этими энергиями спина. Можно ощутить некие покалывания. Также это называется мурашками. Подкожными мурашками. Как угодно. Любое ощущение фиксируйте словом «есть». Говорите про себя. Тем самым вырабатывается восприятие. Энергии идут по всей спине изнутри. Прямо от шеи до поясницы. А сейчас происходит массаж вашей передней части тела. Вашей передней части туловища. Груди. Живота. Пусть эти энергии поработают с вашим лишним весом, если таковой имеется. Просто позволяйте этим энергиям подарить вам уменьшение веса, стройность, и сделать вам приятное. Массажируется весь живот изнутри. Бока. Правый бок и левый бок. Туловище. Массажируются половые органы. Не стесняйтесь этого.
Пусть это происходит. Происходит массаж внутри ног. Внутри правой ноги. И левой ноги. Массажируются стопы, правая стопа и левая стопа. А сейчас я посчитаю до трех. И вы ощутите, как массаж происходит во всем вашем теле изнутри вас одновременно и одномоментно. Итак, готовы? Один, два. Три. Идет первая энергетическая волна массажа во всем вашем теле. А сейчас я посчитаю до пяти, а вы вместе со мной про себя. И произойдет вторая энергетическая волна массажа во всем вашем теле. Один, два, три, четыре. Пять. Идет вторая энергетическая волна массажа во всем вашем теле. Ощутите, как разглаживается ваша кожа. Проследите за восприятием самого себя изнутри. А сейчас я посчитаю до семи. А вы вместе со мной про себя. И произойдет третья омолаживающая волна энергетического массажа внутри вас, которая станет еще больше, еще сильнее, еще мощнее. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Идет третья энергетическая волна массажа во всем вашем теле. И можно даже ощутить,
как энергия просто плещет и плещет. И начинает светиться через вас. Через все ваше тело. Проявляется через ваше тело. И заполняет все пространство вокруг вас. Наслаждайтесь этим процессом, этим процессом наполнения вас. А сейчас сделайте глубокий вдох. Задержите дыхание и выдохните вверх, мысленно направляя вашу энергию через макушку. Повторите это еще два раза. А сейчас я сниму все дискомфортные и болевые ощущения, которые могли появиться у вас во время сеанса. Именем и волей Создателя. Я, Елена, снимаю все дискомфортные и неприятные ощущения, которые могли появиться у вас во время сеанса. Боль уходит. Все дискомфортные и неприятные ощущения уходят. Боль полностью уходит из вашего тела. Все дискомфортные и неприятные ощущения полностью уходят из вашего тела. Боли в теле нет. Дискомфортных и неприятных ощущений в вашем теле нет. Все вышли из состояния транса. Повышенная артериальное давление снижается. Артериальное давление в
приходит в норму. Да будет так. Так и есть. Благодарю. И сейчас поблагодарим Создателя, Вселенную, меня, себя, всех присутствующих в этой комнате за этот проведенный сеанс. Наш сеанс подошел к концу. Не спешите вставать. Пусть энергии завершат свою работу. А я вам в это время расскажу, что нужно делать с той водой, которую мы с вами зарядили во время сеанса. И надежда, можно разблокировать чат. Эту воду вы будете пить утром, как только проснетесь, перед чисткой зубов. Поэтому она должна стоять рядом с вашей кроватью. Бутылочку нельзя никому трогать. Как только проснетесь, вы делаете маленький глоток из бутылочки и держите ее во рту примерно одну минуту, не глотая. Эта вода через рецепторы в ротовой полости соединится с водой клеток вашего организма и запрограммирует воду в ваших клетках на восстановление. А как мы знаем, что наше тело почти на 80% состоит из воды. Ту же самую процедуру вы проделываете вечером, когда закончили все свои дела и легли в постель. Пить из этой бутылочки нельзя давать никому. Это только ваша бутылочка с водой. А сейчас я попрошу вас написать о тех ощущениях, которые вы испытали во время сеанса. А пока вы пишете, я вас хочу еще раз пригласить на курс по восстановлению и омоложению организма. Вы сейчас приняли сеанс, вы смогли почувствовать энергии Творца-Создателя на себе, ощутить их действия и силы. И если вы на самом деле хотите, чтобы ваш организм восстановился, если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, то приходите на курс по восстановлению организма, где мы с вами продолжим все процессы дальше. А кроме благодарю, ощущения мне напишите, пожалуйста, я вас тоже всех благодарю. На данном сеансе у нас энергообмен в качестве ваших отзывов о ваших ощущениях. Поэтому делаем энергообмен. Пиши мне о своих ощущениях. Так, Марина пишет, тело разогрелось, а ступни остались холодными. Где-то тело наполнилось, где-то тело очистилось. Поэтому все чудесно. Так, Тина пишет, ну очень мощные энергии, как говорили, там и происходил массаж, вибрации, слезоточение. Даже в уши затекло, и вся подушка мокрая. Зевание с утробными голосовыми звуками. Избавление от негативных пробок. Транс-космос. Свечи тушить не надо, пусть догорят до конца. Полное очищение вас и пространства. Бог, помощь всем нам. Да, после сеанса пусть свечи горят. Если свеча маленькая, пусть горит полностью. А если она большая, то хотя бы 30 минут пусть погорит, чтобы сожгла свеча весь негатив, который вышел во время сеанса. Так, Валентина пишет. Так, ой, убежал чат, пока рассказывала про свечку.
Так, Алена пишет, состояние легкости и невесомости. Класс. Любовь пишет, как Алена. Господи, какие боли! Все просто потрясающе! Великолепное буйствие энергии и красок. Благодарю Творца Елену Ангела. Мощно, красочно и сказочно. Чудесная любовь! Валентина пишет, это было супер. Сейчас еще внутри идут вибрации. Вот после сеанса энергии могут работать в теле час, два, у кого-то сутки, а у некоторых людей даже четверо суток. Поэтому все очень индивидуально. И мои сердечки вам любовь. Лина пишет, чувствовала энергию, сейчас расслабление и спокойствие. Приходите к нам на курс, кто еще не с нами. Дайте возможность себе восстановить вашу жизнь, изменить вашу жизнь к лучшему. Не упускайте этот шанс и возможность. Надежда, скиньте ссылочки, если кто-то захочет, по ним перейдет, чтобы не искали в чате. Так. И я, Надежда, благодарю. Так, Светлана, Света КТ пишет. Очень приятное ощущение, все тело вибрирует. Классно, это же был массаж. Так, Людмила, Москва. Я во время сеанса на некоторое время отключалась. Сейчас прямо приятное самочувствие. Здорово. Отдохнули хорошо. Любовь, отлично. Конечно, отлично. Светлана, шейный позвонок вправили, хрустнул. Вот так вот. Это мы не на курсе, а у нас уже даже позвонки вправляются. А представляете, что будет на курсе? Поэтому кому что нужно поправить, приходите на курс. Поправим однозначно. Так. Анна пишет, ощущение покалывания, пощипывания, состояние дрожи сейчас после сеанса. Это идет очищение, это хорошо, когда покалывание, это все-все у вас очищается. Восстанавливается энергия, все здорово. Лина пишет, очень хорошо ощущала внутренний энергетический массаж. Тело вибрировало. Здорово. Тамара Милютина пишет. Так, энергия текла мощным потоком по всему телу. Блаженство, конечно. Так, Таня Ткаченко пишет, головокружение. Чувствовала энергию во всем теле. Чуть опоздала, что делать со свечой и водой. Или будет запись? Запись обязательно будет. Свеча пусть погорит хотя бы 30 минут, потом вы ее затушите. А воду пьете утром и вечером. Утром, как только проснулись, глоточек воды, а вечером перед тем, как легли спать. Сделали глоточек, минутку подержали, и все. И дальше занимаемся своими делами. Так, Людмила Полюшкина заснула. Здорово, в транс сошли. Так, Татьяна пишет, очень приятные ощущения, тепла, комфорта, легкости. Чудесно. Лина ничего не ощущала. Лика, такое может быть. У вас забиты энергоканалы, поэтому надо все прочищать. Самое чудесное, что у нас на курсе есть люди, которые не ощущают энергии, но у них процессы восстановления идут. Есть те, кто пришли на курс, энергии не чувствовали, а во время курса они стали чувствовать энергии, у них прочистились каналы, и все стало классно. Так. Тамара Касьяненко. Весь сеанс, восторг, благодать, вибрации. Благодарю. Классно. Анири пишет, до сих пор внутри идут вибрации. Чудесно. Татьяна пишет, чувствовала работу энергии от макушки до кончиков пальцев. Приятные ощущения. Конечно. Мне тоже понравилось. Приходите на курс, еще раз вас всех приглашаю. Надежда, скиньте, пожалуйста, ссылочки. Карина пишет, давление как было, не повысилось, вы супер. Ну вот видите, Галина, все решаемо, приходите на курс, оно у вас восстановится и придет в норму. Так, Ирена пишет, так, прошли боли в ногах, была вибрация, приятное ощущение. Здорово, Ирена, когда боли проходят, это вообще чудесно. Радуюсь, когда у людей боли проходят. Это ж так чудесно. Валентина пишет. Очень легко и приятно. Запомню, буду пробовать повторять. Валентина, лучше приходить на курс и восстанавливаться. Потому что это просто ознакомительный сеанс, и он вам не даст такого результата, который вы получите на курсе. Поэтому, если хотите восстановиться, приходите на курс, и все будет чудесно. Активно согласна с любовью, волшебно, сильно. Здорово. Ольга пишет, божественные энергии, даже выходить из транса не было желания. Замечательно. А вас тут заставляют отзывы писать, да вообще прям.
Анна Марченко пишет, от сеанса к сеансу все лучше и лучше. Прошли боли в спине. Благодарю всех. Анна так рада. Просто здорово. Ната пишет, да, энергии наполняли, вибрации, покалывания, мышцы как струны играли. Великолепно, Ната. Если вы не с нами, приходите. Так, Алевтина Ржанникова. Так, неявно слышала, как подымались щеки. Здорово. А плюс еще, Алевтина, мы перед Новым годом, да, омолаживающие сеансы проводили. Вообще, все поднимется, куда нужно. Валентина пишет, все занятия будут в записи, а если я не смогу, запись будет. Валентина, у нас идут сеансы вживую, между сеансами вживую вы слушаете сеансы в записи. Два раза в неделю будет занятие. Если вы не успели, вы смотрите сеанс в записи, работает великолепно, 100% результат и даже больше. Поэтому главное ваше желание, вера в меня как проводника энергии Творца-Создателя и Творца-Создателя, и все просто суперски. Так что приходите к нам. Валентина Савельева пишет, спала, ничего не слышала, но по вашему голосу проснулась. Ощущение, как после принятия волшебного сеанса массажа. Благодарю. Чудесненько, Валентина. Видите, как все замечательно. Вы все, подсознание все четко слышало. И вы это только что подтвердили. Все чудесно. Так. Мила пишет. Мощные вибрации до сих пор чувствую. Головная боль прошла, тело легкое, наполнено энергией. Видите, как чудесно. Боли-то уходят. И уходят незаметно. Так, Лариса Шубина пишет. Кое-как сегодня вошла в чат. Благодарю, Елена. Все так же чудесно. Ощущения очень комфортные. Сегодня особенно откликнулся позвоночник. Шейный отдел просто прыгал. Ощущение массажа как наяву. Конечно, Лариса, наяву. У нас Лариса во второй группе. Так, Елена пишет. А если ничего не чувствовала? Елена, я уже на этот вопрос ответила. У вас забиты энергетические каналы. Но даже если вы ничего не чувствовали, то работа шла. Все равно с вами энергии работают. Ощущаем мы их, не ощущаем, они делают свое дело. Со временем чувствование появляется. Так, Зоя пишет. Подошвы горели и боль ослабла. Мои славные, я так рада всех, у кого проходят боли, меньше становится. Это просто чудесно. Я рада, что сеанс помог вам избавиться от боли, это чудненько. Наталья чувствовала приятные энергии и вибрации. Супер. Так, Инна, у меня мурашки в ногах больше чувствуются, чем в теле, еще меньше в голове. Ну, по-разному может быть. Там, где нужно, вы чувствуете сильнее. Все хорошо. Так, Ната, все кошки сбежались, трутся и не заплоскаться. Вот наши животные, они стопроцентные диагносты хороших энергий. Ни одно животное не будет лежать под негативными энергиями. Если животные идут на энергии, это говорит о том, что энергии чистые, светлые и действенные. У нас на курсе животные у многих только слышат, когда начинается сеанс. Мой голос услышали, приходят и ложатся рядом со своими хозяевами, принимают сеансы. И кайфуют, вытягиваются, балдеют вообще. Так что слушайте своих животных, они вас не обманывают. Так, Светлана пишет, в теле тепло, бегают мурашки, вибрации, энергия чувствовала очень мощно, круто. Конечно, круто. Так, Марина, подержала воду и проглотили? Да, совершенно верно. Тело качало, угнило. Супер. Лина пишет, мурашки бурлило, как в горячем источнике. У нас в доме три кошки примчались и улеглись все в один рядок. После окончания сеанса поднялись и ушли. Ощущения у меня удивительные. Но вот видите, они четко приходят на сеанс и ложатся рядом. Все, побалдели под энергиями и ушли по своим делам. Так что животные знают, где хорошо, а где плохо. Поэтому слушайте их и реагируйте на них. И я вас тоже благодарю, Лина. Так, Марина, воду закрываем и прячем? Ну, конечно, вы крышечкой закрываете, если она у вас была открыта. И убирайте воду, не держите воду рядом с источником информации. Особенно с телевизором. Перекодируют воду в лед на негативные программы.
Так, Лариса пишет, Шубина, ощущения вчерашнего массажа были почти до утра, но сон был чудесный. Здорово, Лариса. Алевтина, чувствовала жар в животе, а во время волн тело физически потряхивало. Класс. Так, Надежда приглашает по ссылочкам пройти. Я вас тоже приглашаю. Проходите по ссылочкам, заказывайте. Приходите к нам восстанавливаться. У вас такие чудесные ощущения. Это говорит о том, что на вас энергии действуют благостно, и процессы восстановления у вас будут идти просто великолепно. Поэтому слушайте свое тело. Вы сюда пришли не просто так. Вас сюда привели высшие силы. Поэтому меняйте свою жизнь к лучшему. Так, Тина пишет, Елена с вами сегодня пошутила слегка. Сеансы на курсе сильнее в разы. Вживую и в записи. Благодарность вам великая за вашу уникальность и такую мощную и чистую связь с высшими силами, как уникального проводника. Благодарю, Тина. Конечно, пошутили. Так, Венера, в середине сеанса отключилась. Благодарю за сеанс. Классно, в транс ушли. Хорошо отдохнули, Венера. Тина пишет, вы истинно хотите помочь людям и действительно помогает им Елена. Да, мне очень нравится людям помогать. Я радуюсь за их результаты. Все мои люди, кто у меня на курсе, они меня радуют своими чудесными изменениями и волшебствами, которые происходят каждый день. Так, Надежда Чумихина пишет, благодарю. Елена, ноги крутили, крутила позвоночник, хрустнул, покалывание в теле. Супер! Классно! Надежда, позвоночник на место вставал. Здорово! Так, Тина пишет, много званых, мало избранных. Вы избраны, Бог вам в помощь, ваши... Бог вам в помощь во всем вашей нелегкой миссии. Благодарю, Тина. Мне моя миссия нравится, и я ее несу с достоинством. И благодарю Создателя за то, что Он выбрал для этого меня. Так, Лина, а детям можно? Как, на курсе я рассказываю, как работать с детьми во время сеансов. Можно детям, но тут немножечко техника другая. Потому что наши детки не выдержат часовые сеансы, и поэтому я в начале курса рассказываю, как принимать сеансы, у кого есть детки. Тина пишет, желание, согласие и вера, по вашей вере да будет вам, дадут исцеление от всего и на всех уровнях. Правильно. Так, Тина, ни на одном вебинаре нет стольких откликов и таких удивительных результатов, и все это правда в абсолюте. Конечно, ваши ощущения говорят, что все это правда, энергии работают. Смотрите, какие у вас чудесные ощущения. Так, Зоя, в какое время бывают занятия? Время занятий мы потом назначим в группе, еще их не назначала. Еще время до начала курса есть, но будет один день до обеда занятия, а в другой день будет ближе к вечеру, потому что у нас люди с разных часовых поясов, и чтобы у всех была возможность хотя бы один раз в неделю поприсутствовать на сеансе вживую. Поэтому, я думаю, всем будет удобно и комфортно. Я стараюсь максимально всем помочь. Тина пишет, благодарность вам великая за то, что вы с нами, за вашу помощь и чудотворное исцеление. И я благодарна за то, что вы со мной и за ваши чудесные результаты. Так, Сауля пишет, с начала сеанса ноги сразу потеплели. Ноги сразу потеплели, и были покалывания. Засыпала, как будто и сны снились, и тепло до сих пор. Чудненько. Тина пишет, вся моя семья приветствует замечательного человека и уникальную целительницу нашего времени. Здорово, спасибо. Тина, мощная энергия на вебинарах Елены Зуевой – это ее уникальные способности и допуск в высшие сферы. Высшие сферы Творца, плюс бесконечный поток отзывов от благодарных, ликующих, людей. И это чудо. Конечно, это чудо. Творец у нас творит чудеса. Это все только с его помощью. Без него ничего бы ни у кого не получилось. Тина, миссия ваша уникальная, по достоинству вам принадлежит. Благодарю. Светлана пишет. Леночка, я уснула. Ничего. Светланочка, это замечательно, что вы уснули. У вас все процессы прошли великолепно. И я тоже всех благодарю. А воду можно пить? Но если хочется сейчас, то сделайте глоточек из бутылочки, подержите ее во рту, остатки уже сглотнете. Так, про оплаты сейчас выйдет Надежда и все-все вам расскажет. Ваша задача пройти по ссылочкам и оставить свой заказ. Так, Гала, как воду принимать?
Кава. Делаете, воду принимаем утром и вечером. Утром, как только проснулись перед чисткой зубов, а вечером перед тем, как уже легли в постель. Делаем глоток из бутылочки, держим примерно во рту минуту, не глотая. Так, Елена. Так, для тех, кто закажет сегодня еще и бонус, один из трех, или надо оплачивать бонус? Елена, кто заказывает курс сегодня, получает два сеанса вживую к курсу и плюс один сеанс в записи. Поэтому как бонусы можно проплачивать? Бонусы – это подарки. Поэтому заказывайте, пользуйтесь этой возможностью. Так, Дина пишет, таких как Елена, единицы на нашей планете. Берегите себя, Елена, вы нужны людям. Хорошо. Так, я всех благодарю. Если есть вопросы, спрашивайте. Если нет вопросов, то я вас благодарю всех за внимание. Благодарю вас за то, что вы провели этот вечер со мной. Отдельно благодарю всех моих курсантов с первой, второй и третьей группы. Я вас всех-всех очень люблю. У нас с вами замечательные результаты, и все великолепно. Благодарю тех, кто пришел сегодня, кто меня выслушал, получил сеанс. И за такие ваши просто чудесные ощущения во время сеанса. Еще раз приглашаю вас всех на курс. И буду рада всем новеньким в нашей третьей группе. Все, я с вами прощаюсь и передаю слово Надежде. Благодарим вас, Елена, за прекрасное выступление. Сыпятся благодарности. Прекрасный сеанс. После сеанса даже сложно было описать свои ощущения, потому что все были внутри. Скажите мне, пожалуйста, как слышно меня? Слышно ли меня? Да, я присоединяюсь к благодарностям. Благодарю всех, кто ответил. Сегодня у нас есть прекрасная возможность заказать уникальные курсы, уникальные сеансы со скидкой. Курс восстановления и омоложения организма состоит из 10 сеансов. Его стоимость 5000 рублей. Для тех, кто закажет сегодня, скидка в 1500 рублей. То есть 10 сеансов за 3500 рублей. Занятия будут проходить в группе с 1 февраля, 2 раза в неделю. Длительность занятия сеанса 1 час. Можно заказать и оплатить только первые 5 сеансов за 2500. Во время курса вы сможете запустить программу на восстановление организма на клеточном уровне, повысить уровень энергетики, восстановить целостность ауры, энергетических тел и энергетических каналов. Также сможете восстановить правильную работу 12 систем организма, центральной нервной системы, системы органов дыхания, системы кровообращения, системы кроветворения, системы пищеварения, системы мочевыделения, репродуктивной системы, эндокринной системы, костно-мышечной системы, а также лимфатической и иммунной, периферической нервной системы на уровне генетики и ДНК крови. А также будет произведена очистка организмов от паразитов, микробов, вирусов, бактерий, гельминтов, грибков, членистоногих с последующим очищением от шлаков и токсинов. Очистка от сущности, лярв, присосок, подключек в вашем теле. После полного очищения будут прорабатываться все органы и системы организма по отдельности. Особое внимание будет уделено опорно-двигательному аппарату, позвоночнику, суставам и восстановлению деятельности головного мозга, а также сосудам и пищеварительному тракту. Во время сеансов будет идти работа не только с физическим телом, но и с сознанием и душой. Убираются программы, которые мешают восстановлению. Идет проработка того органа или места, где вам нужна помощь в данный момент. В каждом сеансе, и это будет для этого будет
отведено определенное время, а также ставится защита от негативных воздействий, атак и подключений. В конце курса будет дана установка на автоматическое долговременное действие энергии омоложения. Также вы можете приобрести сеанс записи оздоровления и исцеления организма ваших питомцев, цена которого составляет 1500 рублей, для тех, кто закажет сегодня, 888 рублей. Восстанавливается система органов животных, костная система, опорно-двигательный аппарат, мышечная, общий кожный покров, пищеварительная система, дыхательная, мочевыделительная, половая система и мочеполовой аппарат, сердечно-сосудистая система, кроветворная и иммунная система, а также нервная система и анализаторы. Восстанавливается координация и регуляция процессов в организме. Я думаю, что вы обратили внимание на те отзывы, которые были написаны в чате и на экране. И воспользуйтесь этой прекрасной возможностью. Для этого проходите, пожалуйста, по ссылочкам и бронируйте свое участие или прекрасную цену для этих удивительных курсов. Работа всех органов приходит в норму, все тело вашего питомца наполняется энергией, силой и здоровьем. Также сегодня вы можете приобрести сеанс записи очищения от негативных энергий. Тоже со скидкой, очистит вас от негативной энергии, полученной во время посещения публичных мероприятий, собраний, выставок, вебинаров. Очень часто проходит для любителей, очень хорошо подходит для любителей путешествовать по разным вебинарам, получать всевозможные сеансы и смешивать разные энергии. Снимет передозировку негативной энергии, очистит от ненужных программ, воздействий и блокировок. Также можно приобрести сеанс в записи «Энергетическая помощь при слабости», цена которого 1500 рублей, для тех, кто закажет сегодня любой из этих сеансов, цена 888 рублей. Если вы плохо себя чувствуете, не хватает силы и энергии, данный сеанс восстановит силы после слабости, разбитости, вернет хорошее самочувствие, а также укрепит и защитит от дальнейших энергобомберических подключений к вашему полю. А также сегодня действует специальное предложение. Если вы закажете сразу 3 сеанса, сеанс оздоровления и исцеления организма ваших питомцев, сеанс очищения от негативных энергий, сеанс энергетической помощи при слабости, то они вам обойдутся 3 сеанса всего за 1500 рублей. А также в подарок курсу вы сможете получить бонус восстановления и омоложения организма. Вы получаете 2 сеанса вживую и 1 сеанс в записи на ваши продукты, которые смогут быть полезными для вас, ваших близких и даже ваших питомцев. Я думаю, что здоровье – это прекрасный подарок для всех нас. Здесь мы можем воспользоваться помощью профессионалов. Валентина, напишите мне, пожалуйста, на Skype. Сейчас я кину его. Надин Богданова. И мы с вами решим все эти вопросы по оплате, которые у вас там возникают. Удобно вам добавиться в Skype? Так, благодарю всех, кто оплатил. Вас ждут щедрые подарки, бонусы. И сам даже сеанс это уже огромный подарок, потому что цена его просто, я даже затрудняюсь как бы сказать, как это, просто благотворительная. Потому что мы сейчас знаем, сколько стоит килограмм конфет, да, или поэтому здоровье наших близких находится в наших руках. Мы можем сегодня помочь себе, близким и даже своим животным, а также омолодиться и сделать этот мир прекраснее. Амири, также напишите мне в Skype, и мы решим этот вопрос. Сейчас я выведу вам возможности для оплаты. Я благодарю всех, кто были с нами. Проходите, пожалуйста, по ссылочкам. Приобретайте продукты, сделайте мир красивее, моложе
и пребывайте все во здравии. Я сейчас просто выключаю.